Приготовим блюдо итальянской кухни фриттата. Для этого нам понадобятся такие продукты, как лук, помидор, перец болгарский, цукини, брынза, яйцо, растительное масло и специи. Приступаем к приготовлению. Вводим порезанную брынзу и хорошо перемешиваем. Нарезаем цукини. Тоненькой соломочкой нарезаем. Нарезаем перец, также соломочкой. Нарезаем помидор на полукольца, очищенный. Наши продукты готовы для дальнейшего использования. Мы поставили сковородку и разогреваем оливковое масло. Разогретое масло мы всыпаем в лук, кабачки, цукини, и перец болгарский. Все это слегка поджариваем. Овощи попассеровались. Вливаем яйцо с брынзой. Сверху наши помидоры. Открываем крышкой, даем потомиться нашим всем продуктам. Наше блюдо приготовилось, оно очень вкусное. Готовьте легко, просто, быстро. Всем приятного аппетита!